Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам некоторые из новинок 4-го каталога 2021 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Каталог номер 4 будет действовать с 8 по 28 марта включительно, ровно 3 недели. И вы знаете, когда я листала впервые этот каталог, у меня сразу напрашивалась мысль, но почему компания не назвала 4-й каталог весенний распродажа. Девчонки, почти на каждой странице здесь просто шикарнейшие скидки, как на декоративную косметику, так и на многие другие разделы. И на парфюмы, и на уходовые средства. Очень много выгодных акций, очень много выгодных предложений в этом каталоге. Обязательно мы ее с вами полистаем и обратим внимание на все акции. Просто шикарнейший каталог. Обращайте внимание, очень много выгодных предложений. Ну и, конечно же, выгодные предложения в этом каталоге для новичков. Вам компания Faberlic предлагает шикарный подарок, набор декоративной косметики, куда будет входить красивая косметичка, полюбившаяся всем тушь First Class, тушь с фибровой классической щеточкой, с ухаживающими компонентами в составе, которая прекрасно прокрашивает реснички, делает хороший объем. А также хит продаж – это жидкая матовая помада. Кстати, в каталоге эта помада тоже будет идти со скидкой 60%. И здесь просто широчайшая палитра оттенков. И вам предлагается оттенок на ваш выбор по вашему цветотипу, по вашему вкусу. Для того, чтобы получить этот набор в подарок, вам необходимо в период действия 4-го каталога оформить свой заказ на сумму 1699 рублей в цене каталога. Минус у вас после регистрации будет скидка 20% от этой суммы, плюс сбор за доставку. И заказ необходимо обязательно до 28 марта оплатить для того, чтобы при заказе по следующему 5-му каталогу с 29 марта при заказе от 1000 рублей в цене каталога, это минимальный заказ, либо если вы захотите проходить далее стартовую, то заказ на сумму от 2499 рублей в цене каталога. Минус, конечно же, ваша скидка будет от этих сумм. И вы получите данный набор со вторым заказом в подарок. Ссылка для бесплатной регистрации всегда есть под моими видео. Проходите. И если вы регистрируетесь по моей ссылке, то вашим персональным помощником, вашим наставником в компании буду я. Я буду вам помогать по всем вашим вопросам. Вы можете обращаться ко мне в любое время, как с консультацией по продукции, так и за помощью с оформлением заказа. Также по всем вопросам я обязательно вам приду на помощь, всегда на связи, будем с вами общаться. Не переживайте, одни вы не останетесь, вы будете делать заказы для себя. Я не заставляю чего-то там делать, выполнять. Это все по вашему желанию, на ваше усмотрение. Ну а теперь давайте смотреть новинки этого каталога. На первом развороте представлена новинка. Новая удлиняющая тушь Long Strong, объем 10 мл. И данная тушь в компании предлагается вам бонусом за покупки. Очень часто компания Faberlic свои новинки предлагает по шикарным ценам. Не исключением стала и эта тушь. Ее предлагает вам компания всего за 249 рублей, минус ваша скидка от 20%. И вы сможете в разделе «Персональные акции» бонусом за покупки при заказе от 499 рублей цене каталога уже заказать для себя данную тушь. Что же примечательного в этом продукте? Как заявляет компания, ни одна, даже самая маленькая ресничка не останется незамеченной, не прокрашенной благодаря миниатюрной силиконовой щеточке с щетинками в виде стрел. В составе этой туши есть органовое масло, которое прекрасно укрепляет корни ресниц и способствует их росту. То есть помимо того, что она будет прокрашивать каждую ресничку, тушь еще будет ухаживать за вашими ресницами. Итак, давайте знакомиться. Данная тушь приходит, как и вся линейка Glam Team, в коробочке. И здесь вот, несмотря на то, что у нее хороший объем 10 мл, довольно такая лаконичная, стильная упаковка. По упаковке данная тушь мне очень напомнила полюбившуюся многим тушь First Class. То есть у нас First Class с фибровой щеточкой, а здесь практически такая же упаковка. И здесь маленькая силиконовая щеточка. Еще такой щеточки в компании у туши у нас не было. То есть это не аналог, это не перевыпуск, это абсолютно новая тушь.
тушь действительно с миниатюрной силиконовой щеточкой. Итак, давайте смотреть, как выглядит щеточка. В каталоге заявлено, что она идет в виде стрел, но у нее вот, наверное, вот в форме шестигранника вот такие вот силиконовые идут вот щетинки, и продукта выходит достаточное количество на самой щеточке. И в каталоге заявлено, что это тушь удлиняющая. Но, девчонки, я бы сказала, что данная тушь действительно хорошо прокрашивает каждую ресничку от корней. У нее очень удобная щеточка, которая позволяет добраться ко всем ресничкам. Вместе с тем она глазки не колет. Она очень комфортна глазам. Она прекрасно приподнимает, прокрашивает каждую ресничку от корней. То есть я бы не сказала, что она делает вот какой-то феноменальный объем, вернее, длину. То есть она больше делает натуральный объем вашим ресницам. То есть как бы обволакивая каждую ресничку, она прокрашивает каждую и просто вот как бы вот выделяет естественную красоту ваших ресниц. Особого эффекта каких-то вот накладных ресниц, сильно длинных, длиннющих ресниц я не заметила с этим продуктом. То есть она как бы вот обволакивает каждую ресницу и делает натуральный эффект ваших ресниц. Натуральные, объемные, хорошо прокрашенные, разделенные реснички. То есть примерно как вот в рекламе в Инстаграм девушка, у нее вот хорошо прокрашена, каждая ресничка выделена. Вот примерно так такой эффект дает данный продукт. Тушь позволяет наслаивать, то есть можно один глаз прокрасить, затем второй, вернуться снова, дополнить свой вариант прокрашивания ресниц на втором глазу. Она немножечко как бы вот чуть-чуть их фиксирует, но не критично. То есть, например, у нас тушь Extreme, она прям вот хорошо фиксировала ресницы, то есть они были вот такие, вы знаете, как вот, ну, немножко неподвижные. С этой тушью, несмотря на то, что она их немного фиксирует, ресницы остаются подвижными, то есть они достаточно пластичные, но они совсем немножечко, вот чуть-чуть она их фиксирует, но не настолько. Это мне очень понравилось. Также данная тушь имеет ультра-черный пигмент цветовой, так же, как и в туши Push Up. Если у нас, например, некоторые туши имеют пигмент, допустим, графитовый, да, вот серо-черный, то здесь действительно ультра-черный пигмент. Это мне очень понравилось. И тушь дает вот насыщенный черный цвет вашим ресничкам. Это здорово. Но вы знаете, вот когда я ее нанесла первый день, у меня с нижних ресниц вот здесь немножко она осыпалась. Ну вот в тот день просто я включала дома и духовку вечером. Я думаю, что, скорее всего, вот этот горячий пар, вот целый день был в суете, за счет этого, скорее всего, произошел такой вот эффект. Смывается она хорошо, ресницы она не щипит, эффект панды она не делает. То есть нашими пенками, нашими гелями для умывания она прекрасно смывается. С этим проблем никаких не возникло. На второй день она мне немножечко, ну, может, вот здесь вот одна-две вот такие черные точечки были, то есть тоже немножко как бы она подсыпалась. Но вот уже стала я третий-четвертый день, вот сегодня пятый день я ею пользуюсь, и она, в принципе, хорошо ведет себя на ресницах, то есть до самого вечера она на мне продержалась. Что хочу сказать, вот подытожить. В принципе, вы знаете, данная тушь мне понравилась, но я люблю эффект вот больше таких вот сильно объемных накладных ресниц. Вот этого она не дает. То есть, если где-то слоя 3, то вот она даст вам, ну, вот натуральный объем вашим ресницам. То есть, это та тушь, которая прекрасно прокрасит каждую ресничку. Она прекрасно обволакивает каждую ресничку. Она не утолщает их, то есть, не делает вот такими громоздкими. Именно создает вот натуральный объем, обволакивающий на ресницах, немножечко удлиняющий. Да, немножко она, конечно, удлинит, но вот я не сказала бы, что прям эта тушь удлиняющая. То есть она сделает в два раза больше, длиннее ваши ресницы. Она просто сделает их натуральными, объемными, ультра-черными, прекрасно разделенными, прекрасно прокрашенными. И, девчонки, я думаю, что за такую стоимость 249 рублей минус скидка, то есть в районе 200 рублей, то и меньше обойдется вам данная тушь, обязательно ее попробуйте. Я уверена, что у
этого продукта будет очень много тех, кому она понравится и станет любимой тушью. То есть тушь, в принципе, неплохая, и меня она не разочаровала. Но вот из-за того, что в первый день она мне немножко вот осыпалась, да, когда вот горячий пар был от духовки, и то, что вот второй день немножечко, ну, наверное, на четверочку с плюсом, вот я ей дам свою оценку. Я немножко, конечно, к ней привыкала, щеточка маленькая, но зато она хорошо прокрашивает. То есть, вы знаете, вот когда щеточка большая, да, и на ней много, то есть вы сразу взмахнули, и вот у вас раз, и вот этот объем появился. А здесь вот вы ею прокрашиваете, прокрашиваете, она обволакивает каждую вашу ресницу. И для того, чтобы вот был такой объем, необходимо наносить ее вот так вот зигзагообразно на ресницы, потому что щеточка здесь действительно очень маленькая. То есть прикладывать и вот такими вот движениями, как профессиональный визажист, наносить, тогда да, тогда она делает вот лучше вот этот объем вашим ресницам. А если вот просто вот так ее протягивать, то она дает натуральный, обволакивающий, хорошо прокрашенный эффект на ресницах. В общем, вот такой продукт. Если вы уже попробовали, пишите ваши отзывы. Далее, следующая новинка в каталоге. У нас в линейке Glam Team появляется новый двойной тональный крем-уход Glam Skin, где в составе этого продукта есть база и есть тональный крем-уход. Чем меня привлек данный продукт? Конечно, он по цене каталога 999 рублей, не так бюджетно. Уже у нас похожие тональные средства были в каталоге, но все-таки консистенции разные. Компания постоянно совершенствует текстуру, и здесь текстура тоже усовершенствована, на мой взгляд. И в данном креме есть SPF-фильтр 25, что очень хорошо будет от солнца, от весеннего, от летнего защитить свою кожу. В составе этого крема есть специальный комплекс, который защищает от стресса, вызванного факторами окружающей среды. И здесь в составе крема есть масло розы, поэтому крем имеет деликатный аромат розы. Вот действительно такой вот крымской розы, я бы сказала, аромат, но он не яркий, не навязчивый, то есть аромат в принципе приятный. Приходит тональный крем вот в такой коробочке, как и вся серия Glam Team. Я заказала для себя оттенок 64-53 ванильно-розовый. Он идет с розоватым подтоном. Есть еще золотисто-бежевый. Он будет, наверное, с таким желтовато-бежевым подтоном. Но там уже вот вы смотрите, какой вам подойдет. Здесь два отсека, где отдельно, по отдельности из каждого у нас вот крышечка здесь, как обычно, выходит база и выходит сам тональный крем. Что я хочу сказать по поводу базы? В базе этого крема тоже такой деликатный аромат розы. В составе базы есть здесь масло арники, которое обладает противовоспалительным, заживляющим эффектом. Также в составе этого продукта есть касторовое масло, которое будет хорошо сглаживать. И здесь еще есть специальное, забыла вот как называется, тоже вот масло, которое обладает вот эффектом, именно придает коже упругость, то есть как бы вот выработку коллагена. За счет этого кожа более упругая и более разглаженная. Назовем его название. То есть это здесь у нас вот соджа как-то ойл. В общем, если что, почитайте, девчонки. Ну вот перед видео готовилась, вам просмотрела состав, и вот у меня прям выпало из головы название. Также здесь в составе базы есть депантенол, токоферол, то есть есть здесь специальные увлажняющие и подпитывающие кожу компоненты, а также ранозаживляющие и компоненты, которые стимулируют синтез коллагена, то есть придают большую упругость кожи. И в составе крема, также здесь крем обогащен у нас вот маслами и специальными ухаживающими увлажняющими компонентами. Но вы знаете, что хочу вам сказать, у меня тип кожи комбинированный, поэтому вот, например, сейчас, для, если я нанесу на лицо из серии Global Oxygen увлажняющий крем, как дневной уход, нанесу сыворотку, а затем сверху я нанесу вот эту базу, то для меня, конечно, в жару я просто уже знаю, чувствую, что будет немножко жирновато. То есть мне после нанесения базы и тонального крема необходимо будет кожу припудривать, так как кожа, ну вот, она комбинированная, и она сама еще вырабатывает вот эти вот питательные компоненты.
Вот сегодня тоже я кожу припудривала, наносила я и базу, и сверху тональную основу. Пробовала я наносить данный крем без базы, то есть просто тональную основу, и тогда вот не так кожа перегружена. То есть для комбинированной кожи весной и летом, в принципе, будет достаточно одного крема. Но либо просто тогда наносить вот эту базу, просто нанести тоник, базу и затем крем. Тогда будет достаточно для того, чтобы и поухаживать за кожей, так как в составе состав базы хорош, он вроде бы и ухаживает, и приближен вот к дневному уходу, к крему, да, и нанести базу. Но если нанести и крем, и базу, и вот потом тональный, тогда нужно припудривать, будет перегружено, и будет у вас вот этот вот, ну, эффект, вот будете чувствовать вот этого эффект подпитывания кожи. Для сухой нормальной кожи будет замечательно. И сам тональный крем по своей текстуре мне очень-очень понравился. Он ложится тоненьким слоем, вот как у нас кушон, я наносила спонжем, он прекрасно распределяется по коже, его абсолютно не видно, он не подчеркивает какие-то морщинки, не забивается, то есть вот очень хорошо ложится на кожу, прям таким вот невесомым слоем, вот как вторая кожа. По составу крем замечательный, я прям осталась очень довольна. И база тоже, но база, конечно, вот видите, она такая больше питательная, немножко вот жирненькая, так как она обогащена, здесь и касторовое масло есть, и еще вот масло арники, еще какое-то масло, вот потом подпишу вам, если что, под видео название. То есть вы вначале наносите базу, немножко даете подпитаться, а сверху наносите тональную основу. Ну, аромат здесь такой вот розы, вот именно крымской розы. Если покупали средства с розой, именно вот, на мой взгляд, здесь пахнет крымской розой. Но когда вы наносите, например, и базу, и тональный, тогда вот чувствуется вот эта разглаженность, холеность, упругость кожи. В принципе, вы знаете, вот мне кажется, предыдущие кремы были, вот сам тональный крем был чуть-чуть похуже, а вот здесь вот именно хорошо доработан тональный крем, и в принципе я осталась довольна. Но еще раз вам подчеркну, для комбинированной кожи на теплое время года либо просто базу и тональный без какого-то ухода, либо просто попробовать с сывороткой. Если нанесете с кремом, то будет, конечно, перебор, будет многовато вот этой питательности и лишней жирности на лице. Но вот сегодня на лице у меня вот таким образом смотрится с базой. Без базы вот этой внутреннего блеска его меньше получается. Далее, следующая новинка, которая будет представлена, это бижутерия. Но вы знаете, я ношу серебро, бижутерию не ношу, поэтому я ее не заказываю, потому что, ну, просто показать вам, вернуть кому-то потом, кто заказывать будет, наверное, не очень приятно пользоваться, поэтому я не заказываю и просто вам говорю, что она есть, кто носит, обращайте внимание. Далее в новинках в серии «Эксперт» новое средство для интимной гигиены, для чувствительной и склонной к сухости кожи. Это очищающий гель с ароматом иланг-иланг. Вот так выглядит гель. Я уже один раз его попробовала. Он, вот, вы знаете, такая немножко как бы полупрозрачная, чуть-чуть мутноватая, желтоватая консистенция. Он довольно-таки густой. И по аромату действительно это вот масло иланг-иланга. Для меня вот такой сразу немножко аромат, вы знаете, наверное, вот желтых цветов. Я не помню, как выглядят цветы иланг-иланг, не помню, белые, да, желтой серединкой. Но вот сразу вот почему-то вот идет ассоциация. По аромату он очень приятный. Указано, что здесь есть специальные компоненты для нейтрализации неприятных запахов. Идеален для чувствительной сухой кожи. И в составе есть также гиалуроновая кислота, которая увлажняет кожу, улучшает тонус, эластичность. И молочная кислота поддерживает естественную микрофлору кожи. Но вы знаете, я вот посмотрела по составу, если что, вы посмотрите это все на сайте, зайдете, но для меня он, конечно, не идеален. Я бы не сказала, что здесь вот настолько шикарен состав в этом средстве для интимной гигиены. Самый для меня вот сейчас на данный момент идеальный гель для интимной гигиены — это в серии Луника. Все-таки он веганский, и вот для слизистой он по составу наиболее идеален для меня,
оказался. В принципе, вы знаете, вот аромат приятный. Здесь, конечно, есть немного ухаживающих компонентов, но и для меня есть, например, то, что не совсем вот идеально. Я, конечно, им попользуюсь, но все-таки у меня в фаворитах в моих это в серии Луника, это гель для интимной гигиены. Еще бы нам компания, если бы сделала туалетное мыло с таким же ароматом, только чтобы он не исчезал, а был в процессе всего использования, думаю, что и мыло для интимной гигиены тоже в серии Луника пользовалась бы огромным спросом. Поэтому вот, например, серия Луника я для себя выделяю. Если я буду какие повторять средства для интимной гигиены, то это в серии Луника. Кстати, сейчас скидка идет 40% вот на данный продукт. Также у нас в новиночках появятся в серии Wellness новые коктейли с новыми ароматами. Это аромат банан, яблочный штрудель и, по-моему, кофе. Капучино. И, девчонки, обращайте внимание, кто по третьему каталогу сделает личный объем 50 баллов и оплатит до 7 марта, 7 марта последний день, то вот при заказе по этому каталогу вы можете вот такой коктейль Wellness, либо суп из серии Wellness взять для себя в подарок за 1 рубль. Я обязательно этой акцией воспользуюсь и попробую этот коктейль. Я еще их тоже не пробовала, поэтому мне интересно будет попробовать. Поэтому вот тоже обращайте внимание, обязательно перед утверждением заказа считайте баллы. Если у вас несколько заказов, то тоже в разделе «Мои заказы», «История заказов» заходите, и у вас там в графе будут ваши заказы, считайте обязательно баллы. Либо заходите в каждый заказ и смотрите итоговую сумму баллов перед тем, как утвердить заказ вот уже на второй страничке. Обязательно вот смотрите итоговое, чтобы вам потом не было обидно. Например, если вам 1 или 2 балла не хватит, и вы скажете, вот если бы я доделала, да, вернулась в заказ, забросила туда либо гель какой-то на подарок для душа, либо любимую помаду еще одну бонусом за покупки, и получила бы за рубль коктейль. Поэтому вот здесь обязательно, я прям вас призываю, будьте внимательны. Далее, следующее, что у нас в новинках, это в серии Greenly появляются новые освежители для воздуха. Это настоящая ароматерапия. Здесь ноль искусственных отдушек, фосфатов, хлора и красителей. И здесь вот и упаковка перерабатываемая, и эти новинки компания предлагает попробовать со скидкой 50%. То есть каждый из освежителей 149 рублей в цене каталога со скидкой, ну вот с моей 26%, где-то в районе 110 рублей выходит одно средство. Вы знаете, в каталоге мне казались они прям вот такие какие-то большие, громоздкие, ну, наверное, как примерно у нас для мытья посуды средства. Но на самом деле они вот такие вот, я бы сказала, миниатюрные, компактные, очень вот интересно выглядят, приятно их держать в руках. Здесь объем 250 миллилитров, ну вот как стандартный у нас, наверное, флакончик шампуня. Я заказала два, которые у нас появились. Это цитрусовый микс и это акватический микс. Давайте почитаем, что же здесь заявлено. Особая биоформула на основе мягкой воды, натуральных эфирных масел создана для полезной ароматизации и очищения воздуха. И в составе этих продуктов есть эмульгатор на основе касторового масла. Также здесь энзимный продуцент, который устраняет неприятные запахи. И здесь есть натуральные аромамасла. Давайте мы с вами посмотрим на первый. Это цитрусовый. Здесь тоже вот такая же на заглушечке упаковка. Цитрусовый очень натурально пахнет цитрусами и очень похож по аромату на наше средство для посуды цитрусовый микс. Если вы его приобретали и оно вам понравилось своим натуральным звучанием цитрусов, то вот этот вам тоже продукт понравится. Вы знаете, вот действительно вот такие натуральные ароматы, что вот не хочется нанести и быстрее убежать. То есть действительно натурально очень приятно пахнет. Но вот мне кажется, они как-то быстрее растворяются в воздухе, чем вот наши предыдущие. И здесь
Есть масло горького грейпфрута, бергамота, лимона и перечной мяты. Вот именно вот в цитрусовом. Второй акватический микс, он более такой как бы действительно воздушный, вот акватический. Он очень похож на наш последний гель «Утренняя свежесть» по своей отдушке, только еще более такой вот ненавязчивый. То есть вот этот акватический, он очень легкий. Вы знаете, я когда первый раз его орошала в ванной комнате, то даже заходила и принюхивалась. Думаю, не пойму, или мне вообще ничем не пахнет, или пахнет. Вот здесь настолько утонченный и легкий аромат. То есть это вот такие средства, которые вы использовали, сразу вот оросили в ванной комнате, да, вот и у вас вот такой идет тонкий натуральный аромат. И вот здесь в составе этого продукта эфирное масло мандарина, бергамота, иланг-иланга и лайма. Очень такой свежий, воздушный, деликатный акватический аромат, очень приятный. Вот такой вот он озоновый. Но вы знаете, вот я люблю поярче, поэтому мне как-то вот ближе цитрусовый, но более такой благородный и более утонченный оказался акватический. В принципе, оба продукта великолепны, и я думаю, что стоит взять на пробу. Они действительно очень-очень приятно пахнут. В общем, они меня не разочаровали, очень понравились. Хорошие освежители, и вот в серии Гринли, конечно, мне не все прям вот так нравится, но освежители, затем для посуды средства, порошки, пятновыводители и для туалета меня прям очень-очень впечатлили. Далее, следующее, что у нас будет в новинках. Девчонки, вы знаете, я тут вот листала каталог. Да, у нас вот такие появляются домашние вещи для женщин, но пока на складе их не было. Я смотрю на вот такую ночную рубашку, и как появится эта ночная сорочка, я ее хочу заказать. Также здесь у нас кимоно укороченное, брюки и топ. То есть вы здесь тоже вот для себя подбираете вот такая красивая домашняя одежда. И далее, что у нас будет в новинках, это новое белье. Тоже вот оно на хлопковой основе. Довольно милое, симпатичное. Поэтому вот смотрите, можно будет в течение 2 недель вернуть, если вам что-то не подойдет. И еще, вы знаете, я обратила внимание, вот сразу думаю, глянь, какие ботиночки. Я бы прям такие, в принципе, вот весной бы носила. И думаю, я вот таких ботинок, у нас были дерби наподобие, но там они были немного другие, да, там сплошная подошва. Здесь вот такая подошва, прям плотненькая, цвет такой симпатичный, прям вот под курточку весной будет замечательно. И думаю, по-моему, таких не было. И мелким шрифтом указано, что данные полуботинки будут в продаже с 29 марта. То есть с 5 каталога нас ждет с вами вот такая еще новинка, новые ботинки. Обращайте, пожалуйста, свое внимание. То есть вот такой каталог. Интересные здесь новинки, но акций, конечно, здесь прям вот очень много. На скидке и 55% на парфюмы много, и 60%, и 40-45%. То есть здесь скидок очень-очень много. Обязательно каталог полистаем, и я обращу ваше внимание на каждую скидку в этом каталоге. Но давайте, наверное, немножко расскажу вам, что использовала в макияже, потому что все равно спросите. Тональный, я вам уже сказала, у меня сегодня новый. Новинка этого каталога. Тушь у меня тоже новинка, в 3 слоя нанесла. Мы с вами обязательно, я сделаю отдельное видео, и мы с вами вместе накрасимся и протестируем эти новиночки. Посмотрим, как они конкретно будут на мне работать. Вот, и обязательно с вами посмотрим тушь в нанесении. Следующее, что я сегодня использовала, это тени. На подвижное веко наносила я жидкие тени. Это тон платиновый. Вот так он смотрится. И вот каркас выполняла с помощью наших монотеней. Приобретала, ой, да, тауповый оттенок в складочку. Потом такой был шоколадный вот сюда. И растушевала немножко таким розоватым оттенком из нашей палетки 10-цветной Celebration Makeup, то есть нашей спорной палеточки. И в уголки вот сюда я добавляла темно-зеленый карандашик, наш новинку. Я в восторге от этих карандашей. Они действительно шикарные, великолепного качества, прекрасно наносятся, великолепно носятся. Я очень довольна. На губы нанесла я сегодня карандаш по контуру губ. Это пыльно-розовый. Тоже очень красивый оттенок. Вот так он смотрится. Давайте прям покажу. Он примерно вот такой будет, как у нас на
стики изображен. И помада у меня сегодня та, что бонусом за покупки, Satin Kiss, уже вам ее показывала. Это оттенок 40-383, розовый нюд. Очень красиво сочетается с карандашиком пыльно-розовый. Прям вот гармонирует, прекрасно смотрится. Ну и брови, конечно, у меня, как всегда, из палетки от Марии Вэй, это пудра Dark Chocolate, затем маркером немножко оформила и гелем для бровей. То есть вот таким образом все это сегодня я выполняла. Пудра у меня моя любимая, это разглаживающая. Кстати, здесь у меня прям уже скоро будет дырочка в донышке, то есть я прям уже ею так вот прям покажу вам. Хорошенечко ею попользовалась, я прям ее вот как получила, не выпускаю из рук, мне здесь нравится и отдушка, и то, как она немножечко как бы вот блюрит, то есть она немножко как бы тушует, то и хорошо смотрится на коже, довольна прям этим продуктом. И палетка наша опять в одном для контурирования, тоже постоянно ее пользуюсь, у нее очень яркий хайлайтер, но он дает эффект вот внутреннего подсвечивания, эффект влажной такой подсвеченной кожи, но, конечно, он прям такой яркий, с ним нужно прям чуть-чуть, совсем немножко наносить. В общем, вот такие новинки. Девчонки, обязательно пробуйте тушь. Я надеюсь, что вас она впечатлит. Лишь бы вот она немножко у вас не осыпалась внизу под глазками. Консистенция у нее, вы знаете, ну вот такая и не сухая, и не совсем питательная, как First Class. То есть что-то среднее между вот, я бы сказала, такая среднепитательная она. В принципе, вот щеточка здесь прям великолепная. Она маленькая, она вот такая хорошо юркая, скажем, да, вот, ну как выразиться вам, хорошо она прокрашивает каждую ресничку, обволакивает ее, но за счет того, что щеточка маленькая, она дает естественный объем вашим ресницам. Ну, я бы не сказала, что прямо она вот сделает длинными, то есть более такими объемными и естественными. Вот это, наверное, уже повторяюсь, уже вам 10 раз сказала, но надеюсь, что я как-то вам более понятно объяснила свои впечатления о данном продукте. Ну а теперь говорю вам всем пока, с вами была Виктория, всем до свидания, до новых встреч на канале. И да, ссылка для регистрации всегда под моими видео. И вот еще у вас до 7 марта, если вы хотите получить парфюм в подарок, Викинг или Валькирия, есть у вас возможность зарегистрироваться, выполнить свой заказ на сумму 1999 рублей в цене каталога, минус скидка, оплатить его 7 марта. Это последний срок оплаты. И когда будете делать заказ вот по этому каталогу со всеми скидками, уже получите водичку в подарок. Валькирия вообще очень приятный аромат для каталожного. Я бы сказала, что он дорого звучащий и он действительно интересный на весну и на лето. В принципе, я думаю, что если вы его закажете, его многие очень любят, он вас не разочарует. Ну а теперь говорю вам всем до свидания. До новых встреч на канале.